Икра красная, черная, синяя, зеленая и желтая. Каждый цвет соответствует полотну герба Самары. 2500 кусочков повара приготовили буквально за час. Правильные руки надо. Сноровка, опыт, все. Главное – технология. Если честно, я уже давно не крутил роллы. Раньше работал, сейчас уже как бы немножко другими делами занимаюсь, соответственно, руки помнят. 36 самарских поваров приложили руки к созданию кулинарного шедевра. И если снаружи роллы сделаны в специальной цветовой гамме, то, выбирая начинку, повара применяли творческий подход. В ход шли копченый угорь, красная рыба и мясо краба. Это, во-первых, очень вкусно. Соответственно, я не знаю, как объяснить, но мне кажется, что когда в Россию приходит что-то новенькое, то, соответственно, наш контингент, наши люди, им всегда это будет новинка очень интересна, им это будет нравиться. И распробовав, конечно же, это очень вкусно, распробовав, они будут в восторге. Рецепт идеального японского ролла – свежая рыба, правильный рис и ловкие руки. Все остальное – фантазия повара. Говорят, что крутить роллы гораздо сложнее, чем это выглядит со стороны. Но в умелых руках все происходит быстро и качественно. Самое главное – это правильно уложить и утрамбовать рис. Мне это, к сожалению, сделать не доверили. Но вот повар Никита подготовит мне сейчас всю эту подушку рисовую для того, чтобы я смогла уложить начинку. Ждем! Ну вот такой ролл от телекомпании «Самара ГИС» у меня получился. Марианна Мирная, Константин Головин. События.